Одной из визитных карточек многих спорткомплексов является качество обслуживания клиентов. Полгода назад руководство сети фитнес-клубов «Олимпия» провело социологический опрос и сделало вывод – необходимо обеспечить максимально комфортные условия и качественный сервис для своих клиентов. И это у них отлично получилось. Если раньше у нас работали тренерами только люди, которые выступают на соревнованиях и занимаются активно спортом, то теперь у нас стали новые требования, чтобы люди были обязательно коммуникабельные, вежливые. Мы в разы повысили качество сервиса. Также мы сменили несколько администраторов, которые не справлялись со своими новыми обязанностями, новыми требованиями. И теперь у нас, я считаю, собрался идеальный состав. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Люди, благодаря которым можно изменить к лучшему не только свою фигуру, но и жизнь. Персональный тренер Элина Семенова, чемпионка России по хип-хопу. Она отлично окончила специализированные курсы персональных тренеров тренажерного зала и теперь является сертифицированным специалистом. Она тренировала детей, танцы. Я предложил попробовать себя инструктором тренажерного зала. Мы полгода с ней обучались. Очень талантливая девочка, коммуникабельная. И я ожидаю от нее больших успехов, потому что понимаю все с полуслова, и эти полгода пролетели буквально как один день. Элина давно мечтала о тренерской деятельности. Она прекрасно выглядит сама и уверена, что благодаря фитнесу любой человек может кардинально изменить себя и свою жизнь. Главное – желание. Полгода назад я приехала в Крымск и начала работать хореографом. Тренировала детей, и меня посетила мысль, почему бы не потренировать взрослых. Я всегда где-то там в душе мечтала тренировать, мечтала делать людей красивее, счастливее. Сегодня «Олимпия» – это кузница чемпионов. Тренеры постоянно повышают квалификацию, проходя обучение, принимая участие в тренингах и семинарах. А некоторые даже завоевывают высокие награды на престижных соревнованиях. Недавно ездили, мы выиграли кубок чемпионов в Краснодаре. Вот, выполнил норматив мастера спорта, выжал 195 килограмм. Вот, и следующий у нас чемпионат России. Также едем за первое место. Отличный сервис, высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому посетителю. Это визитная карточка сети фитнес-клубов «Олимпия». Об этом говорит и тот факт, что спортивный клуб посещают не только жители города, но и гости из Новороссийска, Абинска и других районов края. Во-первых, я ценю профессионализм руководства клуба «Олимпия». Мне очень нравится приезжать сюда, потому что здесь всегда приятная обстановка, светлый, уютный зал и то, что руководитель клуба всегда развивается впереди планеты всей, так сказать, да, всегда в этой профессиональной сфере движется вперед, в этих кругах профессиональных. И таким образом приятно, что у тебя всегда какие-то интересные упражнения, новые подходы, поэтому мне это очень нравится. Для многих «Олимпия» стала не просто спортивным клубом, а местом, где собираются люди, для которых спорт – это увлечение, смысл жизни и заряд положительных эмоций. А для этого здесь созданы все условия. В спорткомплексе большой тренажерный зал, оснащенный самым современным спортивным оборудованием. Если вы хотите стать выступающим спортсменом или просто провести время с пользой для здоровья, то вам дорога именно сюда. Сеть фитнес-клубов «Олимпия» – это два клуба – «Олимп» по улице Ленина, 211, и «Олимпия» по улице Таманская, 2А. Они работают ежедневно без выходных и перерывов.